Всем здорово, с вами Фанни, приключения Мексна. Погнали. Мах. Я уже раз против нее играл, проиграл. Просто заспавливает стол своими вонючими существами. И невозможно выиграть. Шайна и Мексна. Не стоило напрашиваться. Если первый цвет у меня, то... О боже мой. Это просто шикарно. Ну хоть там где гаусы. Нет! Нифига себе. Короче, какая. Ёб твою мать, что за дрянь разбирать? Я понял, что за дрянь разбирать. Нет! Ёб не смысл. Сразу какой твой разбирать? Ты вроде от меня пугаешь. Закончить. Просто заебет. Ну, блядь, в чем дело? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою мать. Придется разбивать их. Наебище пошло. Браток, ну, сильно ты жирно хочешь. Просто потом не видел. Ой, блядь! Эта партия за тобой. Плохо сыграл, плохо. Вначале нужен сквайр авангарда. Тогда ты, конечно, сделаешь. Стой, помрай, блядь, запороли все. Гадим, как это вот сзади. Поскольку кости. Шайна! И... Мексна! Не стоило напрашиваться. Блин, да вот я офигенно. Просто шикарно. 6, 3, 3, 3 тройки, вот твою мать. И что делать? Что можно делать? Ебать, 3 тройки, 4 тройка, блядь. Офигеть, а он разыграл. Что мне делать?
партия заведомо пропала. Нет, еще подожди. Я понял это по прошлым выпускам, надо сразу. Потому что он сразу убивает. Вот таким вот способом. Все, ребятки, я сделал все, что смог, прошел паучий квартал, не с первой попытки, конечно, такое лучше забыть. Пока!